73 крыши в этом году числятся в плане регионального ремонта кровли. Заказчиком выступает фонд капитального ремонта. Есть в этом списке и Комсомольская 189. На трехэтажный дом 1956 года постройки еще в феврале зашел подрядчик. Жильцы все обрадовались. Вот самое главное – это взаимодействие между подрядчиками. Фасад, подвалы будут делать, балконы, технику менять, отопление. Больше месяца «Альфа-Строй» работает на объекте в заводском районе. Жильцы взяли подрядчика под тщательный контроль. Со строителем, говорят, нужен разговор особый. Маринченко, 16, еще один объект. После работ по капитальному ремонту общежитие Северного района внешне изменилось. Дом был вообще в ужасном состоянии, не было у нас ни горячей воды, ступеньки у нас рушились просто критично. В подвале у нас вода была, вечно этот пар, вечно эти мокрые ступеньки, эта вонь, поэтому жить было просто невозможно. Мы просили на сэкономленные деньги поставить нам бойлер. И хотя фасад, электрику, подвал привели в порядок в прошлом году, весной 2020-го подрядчик снова здесь. У нас сейчас новая крыша, до этого она до ремонта, она протекала, сейчас она в хорошем состоянии. Потеков у нас нет на этаже. Вот теперь бы детскую площадку, мечтают жильцы. Просьбу адресуют уже управляющей компании «Вавилон». Виктория Юркова, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».